Всем привет! Сегодня мы будем открывать очередную посылку, пришедшую из Китая, заказанную на сайте AliExpress. Меня удивил ее размер. Это очень маленькая упаковка. Я думал, будет больше. Здесь находятся отмычки автомобильные. Вот, продавец сказал стоимость $5. На самом деле я не помню, сколько они стоят, но вроде бы чуть-чуть побольше. Сейчас мы откроем ее и посмотрим, что там внутри. Вот такие вот маленькие отмычечки, в таком вот чехольчике полиэтиленовом. Все прилипло, крылаться не хочет. Так, достаточно все так туго. Ой, как туго. Вот отмычки, это двухсторонние автомобильные отмычки. Есть одиночка. Также двойные отмычки разной секретности. Даже боюсь сломать их, очень туго, значит, запрессовано вот это место. Так. Оп, сейчас вот раздвину их, чтобы показать, что здесь есть. Как же ими открывать-то, если они даже не достаются? Вот. Вот так вот, значит. Такие вот отмычки, натяг. Сейчас сфокусируемся. Вот двухсторонний натяг. В общем-то, я думаю, будут работать, и думаю, достаточно неплохо, несмотря на их маленький размер. Единственное, что неудобно, это вот эта заклепка. В идеале бы ее, конечно, расклепать и поставить сюда болтик, чтобы можно было регулировать затяжку. Ну так, считаю, неплохое приобретение. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, всем удачи, пока. Забыл сказать, это самая быстрая посылка, заказанная на AliExpress. Эти отмычки шли ко мне 13 дней.